Детей оторвали от цивилизации, от города, и, потеряв привычную асфальтовую опору из-под ног, лишив электричества, компьютера, телевизора, и те, кто впервые оказался в походе, лишившись привычной опеки родителей, когда приходилось преимущественно делать все самому, оставшись наедине с природой, в глазах появлялся немой вопрос: а что делать-то? Сотовый и тот садится. Но адаптация происходит необычайно быстро. И вот уже жизнь на бывшем необитаемом острове буквально вскипает от нашего присутствия на нем. Аня, как называется у вас крепость? Колодец? У нее должен быть название у крепости. Это колодец. Что это такое? Это не крепость, это колодец. Колодец? Вот. А в нем вода должна быть. Да. Где? Точно вода. Точно. Не обманули. Чего там поете? А у нас хор турецкого. Все ясно. Как здорово, что все вы здесь сегодня собрались. А что прячемся? Ну вот. Я вас уже заснял, как вы тут пели. Да, тут на весь остров. На весь остров было слышно.